Говорим с вами о Академии инструмента. Ну, я бы несколько раз поговорил бы об этом слове, об Академии инструмента. Во-первых, Академия инструмента существует в городе Магнитогорске очень-очень давно. Это после нее люди пришли и начали продавать любой инструмент. Во-вторых, Академия инструмента купила себе первые этажи. И теперь вы не платите за аренду. В любых других местах вы платите за аренду. Посмотрите там ценники и поймете, о чем речь идет. В-третьих, Академия инструмента дает вам возможность сегодня и сейчас купить себе замечательные мотоблоки. Мотоблоки и мотокультиваторы. А теперь я вам продемонстрирую, как с Академией инструмента вы себе позволяете экономить. Мы как-то жили хорошо, просто экономя. Сегодня делать это проще. Проще не есть то, что нам дают. Проще выращивать. Тем более, что приспособы есть и стоят они недорого. Вот мне говорят, что у вас в руках? Я скажу, в моих руках моя кормилица. Вообще-то, по сути, у меня несколько кормилиц. Пункт номер один. Моя главная кормилица – это моя камера. Не было бы камеры, ничего бы не получилось. Это пункт номер один. Вторая штука – моя кормилица. Моя кормилица – это мои машины. Не было бы машин, мы бы с вами сюжеты не снимали. А вот это третья моя кормилица. Эту кормилицу я купил себе в Академии инструмента. Купил ее себе достаточно давно. Но работать она начала всего 2 года. То есть понятен результат, да? Здесь, по сути, была целина. Целина, целинище. И я специально себе купил замечательную целинную. Целинный культиватор. Так вот, чтобы было понятно. Эта кормилица мне сейчас дает замечательный результат. Потому что она работает. И вот смотрите, стоит она 24 тысячи рублей. Не такие большие деньги. Она уже прокормила себя прошлый год. В этом году это чистая прибыль. И в этом году я работаю немножко на другие вещи. Чтобы понять, как все это делается, абсолютно никаких проблем не существует. Она заводится очень легко. Ну вот, собственно говоря, она и завелась. Теперь немножко уменьшим ход. Вот. И уже начнем работать. И поехали. То есть особых проблем не существует. Это очень хорошая штука, и она работает для целины. Но в этот раз я поставил 6. Ну, во-первых, мы уже все сделали, по сути-то. И теперь 6, когда ставите, все становится гораздо вкуснее. Конечно, она прыгает, а как вы хотели. Не прыгать ничего не получается. Но вот посмотрите, что за моей спиной. 2 захода. И это практически семидорная грядка. Скорость работы просто шикарная. Мало того, этот культиватор практически не расходует топлива. Не знаю, как это делается, но так оно и есть. То есть, вот о чем мы говорим. Академия инструмента дает вам возможность ездить на замечательной технике. Но вы посмотрите вот это за моей спиной. Сколько бы работали лопатой? Долго? Ха! А это все буквально 45 секунд. Как-то вот так получается. То есть, покупая себе культиватор и все остальное, мотоплуг в том числе, в Академии инструмента, он у вас уже оправдается через год работы. А потом это чистая прибыль. Вот такая вот чистая прибыль. Понимаете, о чем я говорю? Теперь вопрос интересный. А как часто вы вложенные деньги окупите? Средняя цена, которую вы платите, 18 тысяч рублей в месяц на еду. А если вы будете есть свое, как оно? 25 тысяч теплица, 25 культиватор. До срока окупаемости меньше года. Я, конечно, все понимаю, но когда я сюда зашел, я порадовался. Потому что вот в свое-то время я здесь купил себе бензопилу «Штиль». Ценники стали немножко другими. Но тем не менее, бензопилы здесь есть в наличии. Причем не обязательно крутые. Вот «Штиль» — это, конечно, очень крутизна, да? Есть и «Хусгвары», есть и «Карверы». Те вообще недорого стоят. Вот. Есть и электропилы. То есть вам надо понять, что если у вас, допустим, дома стоит, есть электричество, то вам нет необходимости покупать себе бензопилу. Потому что, извините, электричество круче, и КПД там почти 100%.
На бензиновой технике не такое все. То есть покупайте спокойно электропилы, они недорогие, кстати, можете купить и пилить себе все, что угодно. Если что-то не получается, сверху он стоит удлинитель, пожалуйста, 100-метровый, пожалуйста, берете и работайте. Никаких проблем не возникает. Остальные пилы есть и недорогие, есть и подороже. Самое главное, это запасные части, которые здесь есть в наличии. К слову о бензоинструментах и о том, что работает на электричестве. В академии инструмента есть все, и даже запчасти. Почему такой шум стоит? Потому что за машиной, в которой находится моя супруга, люди бензокосами косят траву. То есть бензокосы также продаются здесь, в академии инструмента. Вот. Кроме всего прочего, я вам сейчас только что показал, как себя оправдывает мотокультиватор. Год, и все. Всего лишь один год, и вы получаете замечательный результат. Но другой возникает вопрос. Если Академия инструментов существует и существует достаточно долго, что я хотел бы вам показать? Я тоже купил, у меня есть такая штука, взаимозачет. И дали мне другую, мотокультиватор. Ему 10 лет. Представляете, 10 лет и почти новый мотокультиватор. И все замечательно работает. То есть Академия инструмента никогда вам фуфло не возит. Она возит вам замечательные инструменты. Где Академия инструмента находится? Ну, один из, мы вам показали, это проспект Ленина 121. И другое место, буквально пройти метров, наверное, 600 на запад. Академия инструмента, проспект Карла Маркса 194.